я объясняю, что с помощью моих действий в группе я притягиваю что-то, что называется свет, возвращающий к источнику, я не знаю, что это, но это должно влиять на меня. В той мере, в какой-то влияет на меня, я становлюсь ближе к группе. Я захожу в десятку. Эта десятка уподобляет себя к высшему свету, и так я продвигаюсь. То есть вхождение в десятку — это уже вопрос механический? Это механический, у меня нет чувств. Механический? Десятка — это механическая? Механически мы должны также учить это механически. Насколько я могу отдавать, насколько могу получать, также и механически, и не только чувственно, потому что исключительно чувства нас очень путают. Ты уже думаешь, что ты в Ацелуте. Я говорю тебе серьезно, вы не знаете, где вы находитесь. Давайте мы установим, что с нами происходит.